У Віталіка є машинка. Все? В залі у нас за последние полгода появились обновления. Вот, появилось новое оборудование, профессиональные грифы. Два грифа таких, которых, наверное, в Украине вообще очень... Ну, наверное, даже, наверное, нету, может быть, а если есть, то еще таких пару штук. Вот, председательный гриф, который весит 25 килограмм тягаз. И есть тяговой гриф, который он специально под тягу, он более мягкий. Не, он, ну, он на складе стоит сейчас, потому что мы его не используем так, чтобы его не убивать. Вот, два лёковских грифа появилось нормальных. Вот, и один черкасский гриф тоже заказали, вот он находится вон на лавке под углом. Довольно неплохой гриф, кстати. Вот, черкасы как и делали раньше грифы, так и продолжают дальше делать. Вот, история, скажем так, возникновения данного монолифта и лавочки, вот, которая стоит вот сбоку. Это в Черкасах проводили соревнования, на тот момент Сергей Налейкин и Костя Милютин, они проводили один из на тот момент крупнейших коммерческих турниров, потому что тогда были хороший призовой фонд. На тот момент, да и, наверное, в принципе, на данный момент, вот, они заказывали оборудование, и это оборудование, в частности, монолифт, был, наверное, один из первых в Украине монолифтов. Вот. И тогда выступали звезды Пауэрлифтинга, там порядка где-то 10 или 11 человек, в том числе был Ярымбаш, Кучер, тоже Серега Налейкин. Вот. И подняли довольно очень хорошие результаты на этом монолифте. И... там, да? Да, да. На этом монолифте и на этом грифе, поэтому дух. Да, и вот вмятина на монолифте есть. Хорошо, что ты показал, Вова. Вот, вмятина на монолифте есть, это Ярымбаш тогда скинул и оставил отпечаток в истории этого монолифта. Поэтому дух зала сильный, потому что такие спортсмены поднимали веса на этих грифах и на этих монолифтах. Дай бог, этот дух передастся всем нам и ребятам, которые тренируются в этом зале. То есть ты говоришь, а откуда деньги взялись? Ну, это вопрос не по адресу, это, наверное, больше к Налейкину и к Милютину. Вот. Находили спонсоры тогда, тогда люди больше, наверное, давали деньги на развитие. Не в школе когда? А, в школе что у меня появилось? А. Просто не увидели. Ну, отвечу на... Откуда бедная киевская школа? Отвечу на один вопрос. Налейкин мой кум. А, все, теперь понятно. Вот, поэтому... Так нормально. Нужна экипировка для пауэрлифтинга. Fitnesstrainer.com.ua. Высокий ассортимент товара от штангеток и бинтов до магнезии и аксессуаров.